Всем привет! Сегодня у нас будет мини-обзорчик новых обликов, таких как новый облик дедушки, Тессы и Душика. Вчера еще не отошел от вчерашнего стрима, поэтому могу немножко тупить, сори, но вчера просто у нас был трэш-контент, кто был на стриме, те знают. И попытаемся выбить нового питомца донатного, олененка. Так, ну что, давайте попробуем потестировать. Так, смотрим. Вот у нас душегуб. По-моему, кроме внешнего вида облика в скеле ничего не изменилось. Да, он прикольно смотрится, как какой-то джин. Но ничего не поменяли, честно говоря. Ну так, средненько. Так, следующий у нас будет Тесса. Ну вот Тесса включилась тоже. Просто внешний вид. Добавили ей рога. Теперь она у нас будет рогатая. Ну, как-то так. Тоже особо ничего интересного нет. И самый, наверное, один из кайфовых, ну, все-таки, наверное, после Некроса. Некроса после Вольтора. У Вольтора реально кайфовый облик. Дедушка, смотрите на умение. Ну, кайфово, ничего не скажешь. Ну и Бигфут. Кто не видел его в действии, не успел еще, скажем так. Если он, конечно, сейчас успеет зарядиться. Давайте, заряжайте его. Да, вот он зарядился. Звездочки вокруг. Ну, тоже герой довольно-таки кайфовый. Потом сделаю отдельно обзорчик. Давайте еще раз вам покажу их. Потому что иногда с первого раза люди не успевают все посмотреть. На повторе тоже не особо хочется. Так, ну вот дедушка. Давай, тащи. Вот такие вот Дедушки Морозы. Ну реально кайфово. Душек и Тесса. Ну, классно смотрится. Так, дедушка умер. Затащили. Давайте покажу, что дают новые облики. Так, новый облик. Плохой Санта. Атака плюс 400. Крит удар. Сори. Крит удар плюс 120. Ну, классно. Прибавка хорошая именно для дедушки, для подземок. Ну, что надо. Дальше. Дальше у нас идет душегуб. Жизнь плюс 50 тысяч, крит удар плюс 120. Супер для душика, плюс 50к. Именно то, что надо. Ну и крит удар тоже не помешает. То есть критовать будет чаще. Ну и Тесса. Так, и облик. Мехапраздник плюс 400 атаки, ну так себе. Честно говоря, мне в этом облике герой намного обычным больше нравился. По классике больше он нравился, чем вот такая вот она рогатая. 400 атаки, это, скажем так, ни о чем на ней. Так, что еще? Побежали, будем пробовать сейчас. У нас есть 50 новых сумок питомцев. Сумка питомцев 2. Тут уже можно выбить, кроме редких, можно еще этого оленя выбить. Вчера он мне с бесплатки не упал за один сам. Давайте попробуем по одному сундуку открыть. Чикабум. Шиара. Вот новый питомец. Плюс один. Так. Давайте пока сейчас ставим, посмотрим, как он
выглядит, а то я даже обзоры сам, честно говоря, не смотрел на него. Так, питомник. Где-то там друг. Рудольф. Вот такой вот у нас Рудольф. Когда герой атакован, снимает негативные эффекты с двух ближайших союзных героев, восстанавливает здоровье на 240 от атаки. Редкий питомец, кулдаун 5,4 секунды приблизительно. Это у нас мини-валька, мини-ворожай, скажем так. Плюс, ну, мини-ворожай, скорее всего. Давайте попробуем еще его достать. Посмотрим на него в действии. Давайте по одному ради интереса Шиара. А то видос будет коротким. Так вас хоть бомбить будет, что мы открываем по одному питомцу. Так, ну что-то не падает, давайте по 10. Еще два Рудольфа. Еще один. Еще 4, но думаю третий уровень по-любому вкачаем. Так. Два слоника. Побежали смотреть, что у нас получилось. Интересные сундучки. Так, ангела почти докачали. Огневик можно будет сейчас докачать. Ну, поехали улучшить. Улучшить. Как раз на третий уровень нам хватило. Джингл Беллс. Мини его. Так, ну-ка давай. Давай так, чтобы не заморачиваться. Трэш-контент, 4 Ронина. Так, есть. На втором, когда герой атакован, снимает 2 негативных с двух ближайших. 265%, кулдаун уже 5,2 секунды, то есть уменьшается кулдаун. Теперь давайте потестируем его на Тессе, скорее всего. Давайте на Тессе потестируем. Так, цепляем ей Рудольфика, третьего уровня, побежали. Панится. Смотрим. Вот какое у него красивое умение рассеивания. Ну, красиво смотрится, красиво. Смотрите еще разок. Давай. Круто. Реально очень круто. Или это умение Тессы, я втыкаю, но... Выглядит, конечно, кайфово вблизи. Не, все-таки это его, скорее всего, умение, да. Смотрится. Смотрите, раз и Россия. Так, ну тут сейчас насыплют. Ну, скажем так, это будет питомец своего стоить. Я сделаю на него попозже обзор. В PvP-локациях. Конечно, у него сейчас там мало целей. 2 всего, там будет 4 цели. На дальнейшей прокачке, но стоящий питомец себя будет оправдывать. Давайте еще докачаем все-таки огневика. Вот так вот аж 2 огневика нам упало. Так, есть 29. Еще немножко, и у нас будет максимальные уже скиллы на них. На 31 уровне. Тут уже скоро тоже будет. Понятно. Будут дальше падать повторки или не будут. Так. Есть ли смысл дальше открывать яйца, или все-таки придется их копить, пока не откроют новые левелы. Вот такой вот мини-обзор. Пишите в комментариях, что дальше вы хотите увидеть. Какие героев, какие, возможно, облики заснять вам полностью, все показать в действии. Все, всем спасибо, всем пока.